За полгода губкинцы заключили 23 социальных контракта. Он предоставляется по трем направлениям – фермерское хозяйство, поиск работы и открытие бизнеса. За поддержкой для открытия бизнеса в Губкинском обратились 19 человек. Они получили единовременную выплату в размере 350 тысяч рублей. Средства потратят на развитие таких направлений предпринимательской деятельности, как сфера красоты, туристические услуги, пошив постельного белья и домашнего текстиля. Одним из самых таких популярных форм социального контракта является, конечно, на осуществление предпринимательской деятельности. Направление деятельности определяет сам гражданин, на какую форму он хочет осуществлять эту деятельность. Предоставляет бизнес-план. Вот. В этом году по данному форме социального контракта предпринимательской деятельности введено дополнительное условие – это прохождение тестирования на предпринимательские компетенции. На поиск работы заключили контракты 4 губкинца. По закону в первый месяц им предоставляется выплата порядка 23 тысяч рублей. При условии трудоустройства служба еще 3 месяца выплачивает по такой же сумме. Напомним, социальный контракт – это одна из мер государственной поддержки, отвечающая целям и задачам национального проекта «Демография». Подробную информацию о заключении социального контракта можно узнать по телефону 3 45 37.